Покормить неуклюжих кур, а затем важных гусей, наведаться к обжорам поросятам, ну и, конечно, потискать морских свинок и пушистых кроликов. Так начался День защиты детей у сотен читинских ребятишек. Как нам? Клево, круто, весело, интересно. Все нравится. И развлекательная программа, мы решили участвовать. И животные нравятся, детям, я думаю, интересно очень. Эмоции, конечно, она вон прямо уже вообще радуется, довольна. Да, мама. Да. Тебе какое животное больше всего понравилось? Папа. Папа. В этом зоопарке не говорят слово «нельзя». Наоборот, можно и кормить, и гладить, и брать на руки любимых животных. А этого порой так не хватает городским детям. Мне почему-то лисички нравятся, они очень позитивные. На улице картина не менее зрелищнее. Мамы крутят обруч, папы соревнуются в беге. Чего не сделаешь ради победы на семейном многоборье. Радость у нас как? Сегодня праздник, да. День защиты детей. Мы отмечаем с ребятишками, участвуем во всех конкурсах, стараемся выиграть. Нашли занятия по душе и самые маленькие – качели, батут, веломобили. Интересные аттракционы на каждом шагу. Не только для забавы, но и здоровья. Дети с проблемами опорно-двигательного аппарата под крышей крупнейшего в Забайкалье манежа проходят ипотерапию. Буквально через неделю у нас приходит пара еще новых аттракционов. И это так будет на протяжении всего периода. Что-то новое будет появляться у нас. Совсем скоро на территории физкультурно-оздоровительного центра «Радуга» появится эксклюзивное для ЧТ развлечения настоящий самолет Ту-154. За штурвал авиалайнера сможет сесть каждый желающий и даже виртуально полетать. Зоопарк работает без выходных и дарит незабываемые эмоции детям и взрослым круглый год. Физкультурно-оздоровительный центр «Радуга», Романовский тракт, 46. Гулял Хасова, Евгений Погорелый, ЗАП ТВ.